Жители Пересвета давно не наблюдали интенсивного движения составов по заводской узкоколейке. Но уже скоро движение товарных поездов в этой местности заметно активизируется. Связано это с работой Загорского трубного завода, который заключил с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку выпускаемой продукции. С 28 июля начинается регулярная отгрузка товара. Вывозить трубы будут по заводской железнодорожной ветке 8 раз в сутки. Руководство завода совместно с городской администрацией Пересвета проводят работы по обеспечению безопасности населения. За моей спиной находится переезд, который расположен ближе всего к заводу. На сегодняшний день он уже оборудован в соответствии с инструкцией Министерства транспорта Российской Федерации. Она предполагает под собой установку знака «Стоп», установку колышков, а также предупреждающих знаков о приближении к дорожному переезду. Это минимальные требования, которые предписаны законом для железных дорог с такой интенсивностью движения. В настоящее время проводится работа по вырубке деревьев и кустарников для того, чтобы улучшить видимость для жителей города Пересвет. В Пересвете заводскую железнодорожную ветку пересекают 7 переездов. Пару из них для проезда автотранспорта, может быть, закроют вообще. Как это уже сделано возле зоны отдыха Макаркин пруд, где взрослым только останется следить за детьми, чтобы они не приближались к железнодорожной ветке. Особое беспокойство у администрации завода и городских властей вызывают участки железнодорожной ветки, которые проходят вблизи садоводческих и гаражных кооперативов. Мы провели, значит, совещание, встречи с председателями ГСК, с председателями СНТ города Пересвет. Те, в свою очередь, значит, провели собрание всех членов ГСК и СНТ, на которых они проинформировали всех членов СНТ об увеличении частоты движения железнодорожного транспорта и безопасности переездов, переходов, переездов на территории города Пересвет. Оборудование переездов железной дороги, принадлежащей Загорскому трубному заводу, в ближайшее время в Пересвете дополнят светофорными системами и сферическими зеркалами, которые помогут водителям увидеть приближающийся поезд. При приближении к переезду машинист состава будет давать гудок. Ирина Максимова, Михаил Кирсанов, программа «События».